Дилей. Дилей – эффект повторения сигнала с определенным временем задержки. Сейчас существует множество самых разнообразных способов реализации этого эффекта как аналоговых, так и цифровых и программных. Но все-таки главный их принцип – создавать определенную пространственную картину. До изобретения технологии задержки звука для создания эффекта эхо необходимо было производить запись в естественно звучащем помещении – эхокамере. Это доставляло большие неудобства для музыкантов и звукорежиссеров. Первые эффекты дилея создавались с помощью использования зацикленной магнитной ленты, проигрываемой на магнитофоне. В начале ленты устанавливалась записывающая головка, а через определенный промежуток – воспроизводящая. Или несколько воспроизводящих для создания нескольких задержек. Путем сокращения или удлинения ленты, корректировкой записывающей и воспроизводящей головок изменялся характер задержки. Тонкая магнитная лента не совсем подходила для непрерывной работы, поэтому время от времени лента должна была заменяться для сохранения верности и качества задержанного звука. Также существуют устройства задержки с применением вакуумных ламп, которые обеспечивают насыщение звука и изменение его характера. Давайте разберем некоторые важные аспекты использования любых пространственных эффектов. Первое, что вам необходимо узнать – использование dry и wet сигналов. Dry – это исходный сигнал до обработки. Wet – полностью обработанный сигнал, в нашем случае только повторение. Следующий важный аспект – время задержки. Оно может измеряться либо в миллисекундах, либо в ритмических долях в соответствии с установленным темпом. Насыщение или фидбэк – параметр количества и интенсивности повторений. Стоит также рассказать об обратной связи, которая в реальности возникает при множественном попадании конечного сигнала в начало цепи и вызывает резонанс. В случае с дилеем стопроцентный фидбэк приводит к бесконечному повторению или же накоплению повторений и перегрузке сигнала по достижению пикового уровня. Рассмотрим самый простой вид дилея – монофонический. Сигнал повторяется с заданным временем и насыщением и в левом, и в правом каналах одинаково. Более интересный вариант – монодилей с возможностью сдвига фазы одного из каналов на несколько миллисекунд, что позволяет добиться более широкой и объемной картины звука. Следующий вид дилея – пинг-понг. Здесь повторы прыгают из одного канала в другой, как бы перекликаясь. Стерео-дилей. В этом виде дилея для каждого канала задано свое время задержки, уровень фидбэка и прочее, как будто это два независимых монодилея. Следующий вид – мод-дилей. В этом виде дилея повторения подвергаются разнообразным изменениям высоты тона. Реверсивный дилей – сигнал повторений проигрывается задом наперед. Также стоит сказать об использовании фильтров в некоторых дилеях. Каждое повторение подрезается фильтром все больше и больше, при этом используются фильтры low pass и high pass. Раутинг. Любой современный микшер имеет в своей основе одну и ту же схему повторений цепи обработки сигнала. Если вы хорошо учили физику, то должны помнить о последовательном и параллельном подключении. Рассмотрим вот такую упрощенную схему микшера. Первый вариант цепи – последовательный. Как видите, все подключается по цепочке от входов и попадает на мастер-шину. Второй вариант – параллельный. При этом звук со входов отправляется сразу на мастер-шину и на стороннюю ветку, с которой потом подмешивается сразу в мастер. При таком подключении возможности звукорежиссера резко возрастают. Давайте более детально рассмотрим этот случай. Мы имеем исходный сигнал, который напрямую попадает на мастер-шину. Одновременно с этим отправим его в посыл на дилей, уровень микс которого установлен на 100% wet. И тут мы имеем возможность продлить нашу цепь и обработать только сигнал повторения дилея чем угодно, например, компрессором. При последовательном подключении это невозможно. Данное подключение позволяет подмешивать к чистому сигналу не только дилеи, но и ревербераторы, компрессоры и обработать их до неузнаваемости.
и вообще все, что требует творческая задумка и изобретательность. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте лайк.